Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. В этот день многократно усиливается чувственность, появляется жажда сильных ощущений. В любовных связях для вас будет играть большую роль сексуальная составляющая. Телец. Вы можете ощутить потребность перестроить свои партнерские связи. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием каких бы то ни было решений. Близнецы. Вы можете по-другому посмотреть на свои ежедневные обязанности. В эти сутки повышается вероятность обострения заболеваний, прежде всего связанных с репродуктивной и гормональной системами организма. Рак. Возрастает ваша творческая энергия. Любимые занятия станут для вас источником удовольствия. Но в то же время могут оказаться и причиной перенасыщения сильными впечатлениями. Лев. Основное внимание может оказаться направлено на дом, семью, родственные связи. Скорее всего, многое в вашем быту и семейных отношениях нуждается в основательном пересмотре. Дева. Вам предоставляются хорошие шансы в сфере бизнеса, спорта, а также личных взаимоотношений. Однако помните, что источником энергии в это время является прежде всего эмоции, либо мощное стремление к выгоде. Весы. Вплоть до вечера в вас будет бороться трезвый расчет и сильные желания. Не исключено, что верх одержит именно эмоции и страсти. Скорпион. В этот день вы ясно поймете, что отношения, которыми вы дорожите, требуют срочного и тщательного пересмотра. Также не рекомендуется начинать коммерческий бизнес. Стрелец. В ваших дружеских, деловых и партнерских связях могут обнаружиться скрытые подводные течения, с которыми необходимо срочно разобраться. Козерог. Пытаясь уже сейчас принять меры, обеспечивающие безобидное существование в будущем, вы рискуете крупно просчитаться, поставить не на тех людей или не на те ценности. Водолей. Чтобы добиться текущей цели, вам следует в течение всего дня активно работать. В связи с этим очень возможно физическое переутомление или перенасыщение впечатлениями. Рыбы. В эти сутки можно свободно проявлять эмоции. Сейчас для вас будут созданы отличные условия для активности. Однако вы можете разлениться, видя, что удача способна найти к вам дорогу и без ваших усилий.